Степан! Степа! Степан, победа! Слышишь? Степа, победа! Слышишь? Конец войне! Дружище, ты меня слышишь? Слышишь? Степа, слышишь? Ты, мозгляк. Спасибо вам. Ух ты! Ух ты! Ты не дрейф, Степан. Ребята у нас тут замечательные. Здорово, Тимофей. Здорово. Принимай еще одного сезонника. О. Этого не возьму. Пошел. Надо взять. Ты над ними вожакуешь? Думаешь, надо мной, командир? Я в твоей комсомоле, Игнат, еще не состою. Но надо взять. Детдомовский, Речицкого района. Детдомовский? Да. Ой! Ну ладно, кореша. Я ведь тоже детдомовский. Беру. Сделаю из тебя человека. Ты чего? Ничего. Учить тебя буду. Больно отстал ты. Наверстаем упущенное. Ты что со своей козой сделал? Дощечку приладил. Так больше кирпичей влезает. Влезай. А тебе что, больше всех надо? Килу себе хочешь нажить, да? Да ты чего? Новые нормы повесят. Вот чего. А ну, бросай. А ну, отойди. Ах ты так. Эй, ты, я же по-дружески. Ты не петляй. Ты пойми, это саботаж. Нападение на ударника. Ну-ка, давай говори. Кто тебя? Я же говорил. Доски мокрые были. Подскользнулся. А если это вредительство? Ну, ей-богу, сам упал. Ну, бога ты мне тут не притягивай. И учти, классовый враг не дремлет. Почему в палате посторонние? Ухожу. Здравствуйте. До свидания. Почему в халате на постели?
А тебе за нарушение больничного распорядка укол. А это он с удовольствием. С утра вас ждет, не дождется. Не в дверь, так в окно. Во. Леденцы сегодня по талону получил. Ни одного не съел. Спасибо. Ты, Степка, правильный корешок. Не продал меня. Да ладно. Ну, считай до гроба, за мной не пропадет. Ха. Котелок-то болит? Да нет. Проходит уже. Ну, я же говорил, макитра у тебя, что надо? Можно к вам? Пришвартоваться. Ну, из люка у вас тут сестричка. Не пускает ни в какую, и все. Лариса. Прилип он к ней. Да ты что трепишься? Да не треплю. Не ест, не спит, одни таблетки глотает. Так что теряешься? Да слабак он, боится. Слушай, хочешь научу? Да отвяжитесь. Да ты слушай умного человека. Понравилось мне как-то... Одна деваха. Ну, как шуры-муры завязать? Сидит она однажды, книжечку почитывает. Подхожу к ней тихонько сзади, руками это глазенки закрываю, а она мне ласково так, это вы, Тимофей? Да что ты этому тюфяку рассказываешь? Да разве он решится? Трус он. Это я трус? Получила по морде. Так это же, брат, здорово. Есть повод сходить, извиниться. Она тут рядом, около больницы живет. Ради бога, извините, Евгений Сергеевич. Катя, на минуточку. Этот ненормальный, кажется, сюда идет. Скажи, что у меня нет дома. Иду, иду! О. Ух ты! Так это ты к моей сестре? Проходи. Да я вот в больнице, а у нее, ну... Да сестра говорила мне, только я не знала, что это ты. Проходи, проходи, она тебя ждет. Лариса! Это же тот, ну помнишь, я тебе рассказывала? Смешной такой. Он же за меня заступился в трамвае. Заступился? А меня возлюбил. Малахольм. Ах так? Хорошо. Я приглашу его к себе. Ну что, Булыга, с черепахи и на автомобиль. Поздравляю. Это по-нашему, по-комсомольски. Это не я, Игнат, это Степан. Он из меня человека сделал. Пошли на концерт, а то опоздаем. Ну, давай. Размышление. Композитор Масне. Фрагмент. Исполняет студентка первого курса музыкального техникума Карцева Катерина. Помнишь ту? В трамвае. Хороша, Катеринка, а? Тише ты. Сестра это ее. Ну, той, Ларисы. Да ну. Ну, так бы сразу и сказал.
деваха, что надо. Интересная музыка может получиться. Ты женишься на Лариске, а я на этой цыпочке со скрипочкой. Познакомься с Катеринкой. Да я сам первый раз ее имя услышал. Но тем хуже для тебя. Светлана Перевошкина и Оксана Науменко исполнят озорные частушки. А меня Тимофеем зовут. Как меня зовут, уже объявляли. Интересно, вы давно на этой штуке пиликаете? 6 лет пиликаю. Ого. А я в эти годы еще не бум-бум. Что? Я сейчас. Вот только робу сброшу. Ваня рубит 100%, я рублю на 205. Если Ваня не догонит, я не буду с ним гулять. Спасибо большое. Ребят, благодарите. Спасибо. Так. Спасибо. Давай. Молодцы. Так, быстрее. А я тебя сразу признал. Узнал и не признал. Признать это совсем другое. Вот я сегодня играла и думала, не доходит до людей. Сидят, семечки поплевывают. Значит, не умею. Понимаешь, мне все чаще кажется, не получится из меня ничего. Почему? Знаешь, я ведь в детдоме рос. Отца своего совсем не помню. А мать? Вот ты играла, и я увидел. Ее увидел. Совсем молодая. И со мной разговаривает. А ты говоришь. Спасибо тебе. Ну вот мы и пришли. Зайдем к нам. Нет, нет, не пойду. Почему? Из-за Лары. А Лариса мне твоя совсем не нужна. Она сегодня на дежурстве. И потом, ты же ко мне идешь. Ну? Невозможно достать билеты на путевку в жизнь, да? Угу. Не жалейте. Говорящее кино – это нечто противоестественное. Простите, но презирать то, чего мы не можем постигнуть – это опасная смелость. Это еще Монтень сказал. Вы правы, Евгений Сергеевич. Давайте выпьем за мудрость великих. Ну что же ты? Мы никогда не бываем у себя дома. Мы всегда пребываем где-то вовне. Это тоже Монтень. Вы слыхали? Алексей Максимович вернулся из Италии.